Привет всем! Только что получилось для вас записать очень интересный отрезок торговли. И такое со мной случалось, но никогда не получалось записать это на камеру. Так что посмотрите это видео до конца, покажу вам, как закрывает бинома на последней секунде. И скажу, что таких ситуаций у меня никогда не было на AlimTrade. Вот почему я торгую на бинома. Всем приятного просмотра!